Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, у нас с тобой шестой день, и забираем сундук. Что же в нем хорошего? Так, ну, руны дали. А в этом? Монету Одина я видел там. Ну да, в принципе, и руны тоже. Окей. Спасибо большое. Очень рад. Так, у нас сегодня будет событие, да, с тобой? Хранители против хитрых. Так, Беззубик, что ты мне принес? Покажи. Рыба. Дрова. Новинка. Ёкаламане. Ребята, а что это? А что это за новинка такая? Вывести. Ох ты, ветроход. Слушай, подожди, ветроход. А у меня... Интересно, а у меня есть ветроход? Давай-ка глянем. Так, подожди, я аж растерялся, за что хвататься, не знаю. Давай вначале... Эти яйца с тобой откроем, найдем. Так, ребята, еще сколько? 4 штуки, да? 2 дня и все, и мы с тобой откроем. Так, хотел... Давай здесь, наверное, еще посмотрим, что у нас тут. Вот это, наверное, обменяем. Ветроход, новое. Слушай, ну по идее не должно быть его, да? Если пишут, что это новое. А как я его сейчас тут... Это не здесь надо искать, ребята. Это надо идти в ангар... Подожди-ка, а как я его вообще нашел? Я отправлял Беззубика в какой-то... В поиск, скорее всего, да? В поиск. И да, я вспомнил, ребят. У меня его нету, потому что ветроход... Вот он. Я отправлял на поиски нового дракона. Да. Поэтому ветроходика мы с тобой нашли. Соответственно, сразу же мы пробуем отправить его на приливный планер. Вот сюда вот. Пускай он его ищет. На поиски, естественно, я платил вот столько, ребята, рун, чтобы все... А все ячейки у нас были с тобой, как говорится, заполнены. Ну что же, а теперь давай смотреть с тобой пак. Бесплатный для начала. Так, монетки Одина, все дела. Так, ветрокрыл, громобой, громобой-защитник и все. Так, где-то у нас... Ветрокрыл, крылатый ужас. А, ну он понял, все-все. Так, сейчас мы здесь с тобой забираем чешую плюс тусклый янтарь. И смотрим с тобой пак, который уже идет за рекламу. Монетки Одина. Давай быстрее, окей. И загадочный набор. Громобой, чудовище, водорез. Ну и ресурсы. В принципе и все. Окей. Так, нам нужно с тобой что? Ну, во-первых, я поставил ребят на прокачку, не знаю. Ага, еще один день и 8 часов. А если я на ускоренном? Блин, дофига ты просишь. 400 рун. Чтобы закончить быстрое, как говорится, строительство. А без этого я ничего не могу сделать, ребята. Отправить их на обучение не смогу. Так, заберем с тобой еще здесь руны, 110 штук. Забрать. Фури, ну ты мне, ну как всегда, 10 тысяч бревен, ребят, смех на палке, согласись. 10 тысяч бревен. Так, этих давай-ка мы с тобой проверим. Так, 8 рун. Естественно, продолжает, пускай корм, бесплатно. Я их отправляю только на бесплатные, ребята, задания. Так что не удивляйтесь. Давай-давай, продолжить. Никаких форм. И последняя это сарделька. Ага, сейчас что-то будем с собой вытаскивать. Ну, тут уже понятно. Тут 100% нам выпадет тусклый янтарь. Потому что их тут 2 штуки. Да ладно, на руну что ли? Ну, спасибо. Правда, мне придется их потратить на новое приключение. Лети. Так, эти загрустили. А что грустят-то, ё-моё? Пускай ищут хотя бы ресурсы тогда. Не, серьезно, сидят там, просто прохлаждаются. Ты тоже давай беги. Костолома отправим, да? Все, как бы движуха у нас с тобой маленькая началась. Ты за рыбой, ты за бревнами, ты за рыбой. Так, ты у меня плетешь за бревнами, а ты за рыбой.
А у этого вообще еще пока ничего не открыто. Так, чудовище полетит за рыбой. Так, и громобой тоже за рыбой. Ну все, вроде бы все зашуршали, зашевелились. Так, у нас с тобой здесь что? Ага. Получить. Получить. Ну давай. 5 рун и 30 гербов. Не понял, подожди-ка. Что-то мы не добрали где-то. А что? А, здесь еще, понял, все. Забрали. Так, давай откроем с тобой паки. Специально, ребят, я их активировал. Так, штормолес, водорез. Этот. Чудовище, древоруб, кревет, водорез. Все. И редкий. А в редком у нас костолом. Кстати, еще немножко, и мы его прокачаем до 14 разряда. Шепот смерти тоже, в принципе, не очень много. Шторморез, кошмарный пристиголов. Кстати, а почему кошмар... А, я же его не прокачивал, все, понял, ребят. Громель и дымодышащий. Так, а это с тобой активируем. Этот с тобой пак активируем. Ну что, пора, наверное, идти нам с тобой на события. Ребята, давайте посмотрим. События. Так, что у нас в первую очередь разыгрывается? Пак, потом руны, потом гербы и в конце маг. Ну это, видимо, ребята, просто строение. Ну что, поехали. Команду мы с тобой менять не будем, да? Ветрокрыл, как обычно, плюс кривоклык и, соответственно, барсик. Так, это у нас фиолетовый, да? Две волны, ну, в принципе, неплохо для начала. Две волны против фиолов. Я думаю, мы с тобой здесь должны справиться. Кусаем. А, так тут два тройных удара. Ёлки-палки, я только сейчас увидел. Молодец. Так, минусуем одного. Укус. Так, это только первая волна, ребят. Сделаем так. И добивка. На второй волне опять два тройных удара. Уровень только уже 13, друзья мои. Вот что вы творите, а? Нет, мы можем в принципе с тобой сделать, знаешь как? Вот так вот. Пускай помогает. Пускай он нам помогает. Ну. Молодец, красавчик. Так, одного убрали. Здесь можно спокойно хильнуться. Хотя зачем? Все равно противников-то уже не будет. Да, будем просто с тобой его уничтожать. Раз. Два. Барсик, добьешь его? Добил, красавчик. Ну что, начало неплохое. Едем дальше. Давай-ка крутанем колесико. Да ладно, плод мудрости. Отлично, спасибо. А тут... Вау, еще плод... О, друзья мои, вот это да. Такое очень редко бывает. Когда с двух, извини меня, раз попадает тебе этот фрукт мудрости. Так, ну что же, двигаемся дальше. У нас с тобой на кону 100 рун. И я больше уверен, что мы их получим с тобой. И вообще думаю, что это событие мы пройдем сегодня. Вот за одну заходку с тобой. То есть нам не надо будет еще один день. Хотя, кто его знает. Так, здесь уже, ребята, противник будет посерьезнее. Здесь у нас древоруб. Прихвостень, как я понимаю, да? И все они на трехходовочке начинают применять свои суперудары. Об этом не стоит никогда, ребят, забывать. Поэтому нам повезет, если они... будут свои делать вот эти атаки на двух энергиях. Это будет круто. Так, делаем слепоту сюда. Он добивает нам двойной удар. Или тройной удар. Так, а мы с тобой пытаемся сейчас ушатать того самого древорова. Ну что там? Да, он хотел, ребят, сделать массовую атаку. Но так как он был под слепотой, естественно, у него ничего не получилось. Кто там у нас? Я вижу шепот. Ага, и душитель.
Блин, не того начал. Хотя, твою налево, что будем делать-то? Ага, все, я понял, ребят. Мы делаем с тобой... А сейчас нам это не надо даже. Твою ж, налево. Я просто думал, если у него 3 энергии было бы, да? Соответственно, он бы стал ходить. Тогда мы с тобой просто их заморозим. Уничтожим вот этого. И начинаем бомбить шепот смерти. Это вторая волна, это последняя волна, да? Все, ребят. Разобрали. Ну что, крутим колесо и смотрим, что нам здесь достанется. Да вы серьезно, что ли? Что-то, ребят, не то. К чему они меня подготавливают? Ты посмотри, они дают мне плод мудрости и прилив сил. Что произошло с игрой, друзья? Я не понимаю. 100 рун мы с тобой забираем. Неплохое, да, такое подспорье. Так, следующий у нас будет с тобой гербы. Вот эти вот 300 штук. И смотрим, какой тут у нас противник. Я вижу чудовище и тройной удар. Начнем с него. Начнем именно с тройного удара. Тихо ты. Это тоже, в принципе, нам не очень хорошо-то заходит. Но тройной удар все-таки опаснее. Потому что, ребят, у него массовая атака. Причем довольно сильная. Так, что он там делает? Раз. Два. И заморозку надо делать. А почему, ребят, заморозку? Потому что на третьей энергии он бы сделал свой суперудар. Опачки. Я не думал, что их здесь будет трое. Причем противники такие все сильные, ребята. Ё-моё. Крылатый ужас, тройной удар. Плюс этот душитель дымодышащий. А у меня массовой атаки нету, да? Да, ребята, у меня нету массовой атаки. И хилку тратить не вижу смысла в этом. Так, ну что, если... Раз, два... Блин, сейчас они втроем сходят. Так, допустим. Выдержали. Блин, плохо. Ну, не знаю, ребят, попробуем, конечно, сейчас справиться с ними здесь. Давай-ка вот этого, наверное, попробуем разобрать. Сейчас он будет ходить. Ага. Минус. Так, у нас есть возможность подлечиться. И атакуем. Пока ничего страшного нету, ребят. Поехали. Раз. Блин, крит не проходит. Был бы крит, он бы уже отдуплился. Ну и так пойдет. Так, ну что, двигаемся далее. Ну что, давай крутить. Ох ты, загадочный пак даже. А здесь... Ты серьезно? Ребят, я не знаю, что происходит с игрой. Мне не дают вообще ресурсы. Ни рыбу, ни дрова. Мне дают нужные вещи. Так, и 300 гербов мы с тобой... А, вымпелы. Так, ну что, ребят. Мини-боссик нас ожидает впереди. Давай посмотрим, кто он такой. Сколько волн, во-первых, покажите мне, пожалуйста. Волны будет 2. Так, не забывай, что у нас с тобой 5 фруктов. Рисковать особо не стоит. Если мало здоровья, лучше залечиться. Блин, я даже не знаю, за кого тут браться, если честно. Они все сильные. У всех практически есть массовые атаки. Это хорошо, что ты так сделал. Я тогда предлагаю, ребята, дождаться. Так, стоп, стоп, стоп. Не чуди. Блин, он, интересно, будет делать? Блин, он, наверное, будет. Так, давай залечим, наверное, раны. Я предлагаю сейчас дождаться ветрокрыла и сделать массовую атаку. Да. А потом просто-напросто их добить всех. По одиночке, по одному. Этого, теперь этого.
Ну и... Или нам подлечиться лучше? Давай, наверное, залечим раны. И вот так вот. Так, ну что, мини-босс. Крылатый ужас. Крылатый ужас плюс, извини меня, 2 тройных удара. Так, попробуем выдержать. Да ладно, что, вы хотите кривоклыка мне разобрать, что ли? Нет. Блин. А выдержу ли я? Я даже не знаю. Ну давай так вот сделаем. Это на всякий случай, ребята. Вдруг они мне все-таки захотят его разобрать. Так, сейчас ходят. Ага, втроем, да? Все, то есть, будут сейчас у него ходить. Так, ребят, ну что, настал момент истины. Сейчас будем замораживать и пытаться их разбирать. По крайней мере, тройных ударов мы точно с тобой разберем. Успеем. Потому что они ватные. Раз, два. Так, сюда укус. Блин. Твою ж налево, сейчас... Блин, ребят, нам надо лечиться. Сейчас будет очень сильный удар, мне кажется. А нет, нет. Что-то он не стал делать. Блин, этого не хотелось бы, конечно, будить, но а что поделаешь. Давай залечим. Ну все, успокойся там. И добиваем. Отлично. Ну что, последний бой сейчас будет у нас уже там с боссом. Ну-ка, порадуй-ка меня. Да надо же, древесина выпала. 28 миллионов, нормуль. Че, все? Везение нас покинуло, да? Теперь будут древесину и рыбу давать. Ладно, ребята, это не страшно. Страшно будет сейчас, потому что босс. Сколько волн? Надеюсь, две. А лучше одна. Пускай одна волна и сразу с боссом. Нет, две волны все-таки, ребят. Ладно, тут у нас уже мини-боссик встречает. Я даже не знаю. Давай так, наверное, сделаем. Так, крылатый ужас сходил. Сейчас будет... Ага. Тройной удар будет ходить. Мы с тобой, наверное, сделаем вот так. В кого бомбить? Окей. Так, удар сюда сделаем. Да вы достали уже, а? В кого бомбишь? Блин, так и хотят. О, по-моему, мы потеряли барсика, ребята. Нет, не потеряли, и нам повезло. Так, делаем заморозку. Потому что, ну ты понимаешь, мы сейчас пойдем с тобой к боссу. Если бы барсика бы уничтожили, вдвоем вряд ли бы мы там с тобой вообще справились бы. Тут вот тоже, кстати, очень-очень, ребят, напряженно. Потому что у него энергии 3, и мы его сейчас разбудим. Он еще влупит нам с тобой по полной программе, смотри. Удивительно. Удивительно, что он не стал делать свой суперудар. Тогда крышка ему. Так, древоруб, значит, у нас здесь боссом, да? Оказался, окей. Блин, сейчас... А, нет, не вжарит. Все нормально. Все под контролем, друзья мои. Я вот единственное, знаешь, что думаю? Может быть, нам вот так вот сделать? Пускай он жарит своих, да? А мы будем вот так с тобой делать. Разбирать. Ну-ка. Блин, слабо он бомбит, конечно, по своим. Не надо уничтожать его. Блин, ребят, приходится вот так вот тратить. Тратить, захиливать. И добивать. Давай массовую. Блин, он не делает почему-то, ребят, массовую. Сейчас мы с этим паршивцем разберемся, надеюсь. Так, барсик, вперед. Этот нам ничего не сделает. Мы берем его, ребят, под контроль. В принципе, все. Если мы взяли его под контроль, под слепоту, естественно, да,
У нас с тобой будет накапливаться энергия, мы будем его сейчас разбирать. То есть боссик попал, грубо говоря. Ну ты посмотри, как он тяжело, ребят, разбирается. Посмотри. Офигеть. Да, вот так вот. Потихоньку, полигоньку, но зато безвредно, так сказать, для нас. Ну, потратили мы с тобой неплохо. Я не знаю, ребят, если бы у меня не было бы столько фруктов, смогли ли мы пройти вообще бы вот этого босса и вообще это испытание. Ну давай там уже, пыхти. Так, удар. Слепоту, обязательно не забываем про нее. Барсика можно было... Ага, травануть хотел сказать. Если я травану, у нас с тобой энергии не хватит тогда уже на следующий раз, чтобы повесить слепоту на него. Поэтому не рискуем. Ну что там, давай. Окей. Просто удар. Опять же, слепим. Ну и осталось тут совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Добиваем. Все, ребята, поздравляю нас и с победой, и с прохождением этого события. Давай смотреть, что нам здесь достанется. Ох ты, прилив сил, что ли? Неплохо. А здесь рыба, блин, рыба. 36 миллионов. И забираем с тобой вот этот вот цветочек. Все, все, ребята. Так, призы. Наездники. 50 вымпелов. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас там на почте. Монеты Одина. Понятное дело. Так, загадочный набор. Шторморез, лаворык, кривоклык и ресурсы. Так, хорошо. Далее, что у нас там? Так, подожди, что это такое вот? Новое изваяние. Просто цветочек, да? Тюльпан исполин. Он, то есть, ничего вообще не дает, да, ребят? Ну, пускай стоит здесь. Для красоты. Что ж поделаешь. Так, мы с тобой открываем загадочный пак. Так, монеты Одина 9 штук в копилку. Так, древоруб, шторморез, громель. Ну и немножко ресурсов. Окей, закрываем. Остается у нас с тобой... Ага, последний. Так, содержит новичков. Ага, костолом, ребят, по-моему, может прокачаться. По-моему, костолом может у нас с тобой прокачаться. Ну-ка, давай-ка глянем. Вот он. Улучшить, да? Ребята, 14 уровень у нас получает костолом. Хо-хоу. Слушай, ну это классно на самом деле. Он у нас... А, он красный, да? Он у нас красный. То есть его можно, в принципе, поменять... На барсика. Потому что уровень одинаковый. Но единственное, что у нас с тобой получается два красных будет. Как-то тоже, блин, ни туда, ни сюда. Но ветрокрыл нам, в принципе, нужен. Как хиллер, да? Так, а ты громель. А, тоже можешь прокачаться, ёлки-палки. Какой разряд? Серьезно, что ли? А че он такой маленький, ребят? Так, ладно, он уже 6-го разряда. В плане, подожди. А что не хватает-то ему? Покормить? Че-то я не понял. Я его хотел вообще-то прокачать. А что случилось там? Так, Громль, ты где? Вот он, да? А, все, я понял. Ему нужен 24 уровень, ребят, чтобы дальше его прокачивать. Все, я понял. Ну и у остальных, то, а этого вообще нету. Как вот его нету, ребята, злобный змеевик? Я не понимаю. У меня этих злобных змеевиков там целая куча, я никого не могу из них улучшить.
Трындец. 51 уровень. Душитель. 51 уровня должен быть. Лаврыга, ты тоже там, наверное, да? Ну да, 24 уровень ему нужен. Вот такие вот пироги. Вот такие, друзья мои, пироги. Ну что, на арену, наверное, сегодня не пойдем. Опа, подожди-ка, тут у нас улучшилось. Обмен. На аренку, наверное, сегодня не пойдем. Пойдем уже в следующей серии. Почему? Ну, потому что у нас с тобой не будет никаких событий. И нам как раз нечего будет делать. Пойдем на арену и повоюем. А сегодня пропустим. Пока. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.